Итак, всем привет. Сегодня у нас будет замена датчика скорости на Ладе Калине. Видел на YouTube, люди показывают то, что они перед тем, как заменить датчик этот, снимают верхнюю часть крышки, снимают пластмасс, воздушник снимают этот, короче. Но эти манипуляции зимой делать не очень-то и полезно всему, потому что все эти потрубки они задубели, если сейчас я буду что-то тянуть, они наверняка сломаются. Поэтому я сделал получше вариант. Я ничего здесь не трогал вообще. Нашел этот датчик скорости. Так, сейчас увеличим, покажем. Вот он. Вот этот наш могучий датчик скорости. Я его уже поменял. Я просто вытащил вот этот болт, выкрутил. Это ключом на 10 вытащил эту клемму. Она не просто так вытягивается, она там закреплена, там нужно просто вон слева есть такая пимпа, ее немножко в бок тянете и вытаскиваете наверх эту клемму. Вот, откручиваете гай, болтик на 10 и манипуляциями влево вправо потихонечку вверх вытаскиваете этот датчик скорости. У меня этот датчик скорости стоит 470 рублей. Когда-то он стоил 390, но сейчас уже, видать, другая ценовая категория. Вот. Поэтому он стоит у меня в городе, у меня город Краснодар, а здесь он стоит 470 рублей. Как у вас, я не знаю, как бы готовьтесь раскошелиться. Это у меня случилось после того, как ударили холода, я завел машину, проехался, и у меня такая фигня случилась. Вот. И, кстати, из-за датчика скорости также не работает еще электроусилитель руля. Машину, в принципе, Лада Калина не мойте. С Керхера не нужно это делать, потому что я влетел тоже на бабки. Я помыл Калину с Керхера, и у меня полетела катушка одна зажигания. Четвертая здесь, которая была. Вот, она полетела, и она стоит в районе от 900 до 1500 рублей. Вот, я на штуку попал. Ну и заодно свечи, конечно, поменял, на всякий случай, NGK поставил. Вот, как бы у других людей, вот у моего знакомого, полетел другой датчик. Полетел датчик скорости у него и полетел датчик оборотов. Вот, и он тоже помыл свою машину с Керхера. Поэтому, ну его нафиг, пусть машина лучше будет у вас грязная, но меньше бабок вы потратите и времени. Вот такие дела. Итак, дамы и господа, расскажу еще вам вот что я. Купил же я датчик такой, точно такой же. Поставил на Калину. Он у меня отъездил день. И все, опять датчик у меня сломался, похоже. И стрелка упала. Почитал на форумах, сказали купить датчик другой. С маркировкой 3 единицы, восьмерка. Вот, в конце там 0,2, 0,4 бывает, но у меня 0,2. Он уже такой беленький, тоже стоит так же 470 рублей. Здесь маркировка у нас такая. ПА 66, GF и 300, нет, 30 просто. Какая-то галочка там еще. Вот, здесь же такая маркировка у нас. От этого отличается в разы. Здесь у нас ПА 66, GF 30, а здесь 532. 38-43. Вот. Не знаю, от чего этот датчик, но этот датчик у меня стоял на Калине, и он работал. Причем, как бы, как я купил, уже полгода он работал. Не знаю, сколько до этого он был. 14-го года. Не знаю, когда его поставили. Ну, суть не в этом. В общем, датчик я такой же купил, у меня он сломался. Все, купила другой датчик, вроде как именно от Калины. Я его сейчас поставлю, посмотрим, будет ли у меня работать моя скорость. А до этого еще перепаял вот сам этот вход, штекер сюда, который вставляется. Я перепаял там его. Думал, может быть, это из-за него, как писали некоторые и на YouTube говорили. Вот, я его перепаял. Вот. Но у меня он не работал опять. Опять не работал. Значит, похоже, это дело было все не в штекере. Купил я эти, кстати, купите резинки уплотнительные, которые поджигаешь, и они уменьшаются в размере. Вот. Хорошая, полезная вещь, в отличие от изоленты.
Стоит там недорого, там 50 рублей комплект, по-моему, разных. Вот, все, сейчас я поставлю этот датчик скорости на Калинусу и проверим, будет ли он работать или нет. Забыл еще, по размерам датчики отличаются. По весу, в принципе, нет, не вижу отличия, может граммы. А вот по размеру, да, этот датчик более широкий. Как мне сказали, он вроде как от Prior, возможно, или Гранта. Вот. Этот, как бы калиновский, мы это еще проверим. Он потоньше. И вот здесь вот, сам здесь конец. Здесь он просто пластмассовый. Здесь же конец у нас он тоже пластмассовый, но очень гладкий. Типа как, не знаю, залит чем-то. Ну, как и на многих датчиках на Калине. Вот все такие, на бобине тоже такие же концы блестящие, гладкие. И вот здесь такой же датчик, он конец блестящий и гладкий. Здесь же какой-то он непонятный. Просто литая деталь. Топором сделанные. Вот. Так, так, так. Увеличим там. Посмотрим. Значит, это место нужно протереть тряпочкой нормальной, чтобы туда в дырку ничего не упало. Сейчас будем ставить этот наш могучий датчик новый на Калину. О, все работает, блин. Даже этот пропал. Усилитель руля. Теперь у меня руль нормальный. Нормально крутится. И скорость показывает. Вот так вот, братцы, покупайте нормальные датчики. Они какое-то там говно. Не русское, а китайское. Это все проблемы. Кстати, ну может быть и не все проблемы. Может быть у меня... Ой, чуть не врезался. Может быть, у меня он сломает через 2 дня, посмотрим. Ну, пока все нормально. Вот, руль пальцем кручу. Чик, все, приехали.